Несмотря на пандемию, в городах Челябинской области приступили к благоустройству. Погода уже позволяет ремонтировать дороги. В Троицке начали с приведения в порядок грунтовых улиц. Где нет асфальта, проходит грейдер. Рабочие уплотняют верхний слой. Дороги разровняли в поселках Токаревка, Жиркомбинат, Станционный. Заехали также на улицу Октябрьскую и в сады. Доехал до ворот, прогрейдировал. И у нас еще ворота, так называемые южные сады, то есть там тоже дорогу прогрейдировали. Жалко, что вы не проехали, когда она была не прогрейдирована, то есть сравнили бы разницу. То есть там уже, смотришь, местами начали по полю уже объезжать, потому что там были ямины, то есть там даже невозможно было проехать. Порядок приводит дороги в Снежинске. Запланирован ремонт пути до трассы М5, участков по улицам Широкой и Нечая. Рабочие уже начали снимать старый асфальт, менять будут крупные отрезки полотна. И текущий ремонт картами в этом году для нас определенная новация, поскольку мы стараемся уходить от ямочного ремонта. Водители просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам из-за ремонта и заранее планировать маршрут.